Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы сегодня продолжаем рубрику геймплей Let's Play и будем рассматривать игру под названием Steam World Dig 2. В общем, это копалка в таком как бы пиксельном мультяшном стиле. Сейчас мы с вами попробуем в нее поиграть и заодно посмотрим, что здесь она себя представляет. Как вы видите, я уже отыграл минуту 12 для того, чтобы хотя бы понимать, что это вообще за игра. Поэтому давайте, чтобы все было по-честному, начнем новое приключение. Выберем легко, потому что игра для меня очень тяжелая. В том плане, нужен геймпад, понимаете. А я не такой крутой. Игра относительно новая. Вышла на 21 сентября 2017 года. Поэтому, в принципе, не так давно. Так, значит, пропал Расти. Хорошо, пропал Расти. В общем, мы сейчас отправляемся его искать. Даже ты пропал, Расти. Че? И... Ага, идти на восток. Понятно. Хоп. Короче, управление это стрелочками лево-вправо, именно стрелочками. Прыгать, пробел. Читать вверх клавишу. Так, требуются шахтеры. Следуйте далее на восток к Эль Макина и откопайте свое счастье. Окей. Пойдем сейчас. Копать свое счастье. Оп-оп-оп. Что это такое? Так, а как же забраться? Так, прыжок и вправо, чтобы по стене. Ага, ясненько. Хорошо. Нас уже научили. Оп. Есть такое дело. Ой-ой. Что-то там хочет рушиться сзади, под нами прям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, это так и должно было быть. Ай. Да чтоб тебя, свет погас, сломался. Ого, что это еще за место? Нужно осмотреться тут и найти другой путь наружу. Так, а копать? Ага. Добренько. А вверх? Ага. А вот тут вот так вот, да? Какая она предсказуемая игра. Эти блоки разбиваются намного сложнее, чем такие. Так. Зыбучие, типа как эти. Так, сердечко. Угу. Блин. Хорошо. Тут как-то можно что-то опустить. Наверное, ничего такого нельзя сделать. Ребята, извиняюсь, если будет слишком громко слышно нажатие на клавиатуру, но сами понимаете, игра подразумевает себе такое как бы жесткое использование клавиш клавиатуры. Так, это мы открыли. Что тут-то? Ух ты! Оп. Оп. Это разбивается штука, не? Эти, конечно, подсказки, вот эти, которые подсвечиваются. Так. Что у нас тут? Что там внизу? Давайте посмотрим. Что тут есть? Может, какая-то тайная комната? Не, вряд ли. Ух ты! Нормально. Блин, что так тяжело надо? Копается. Может, какая-то потом кирка будет, которая будет лучше мочить. Ага. Короче, я вернулся. Походу туда же, да? Да. Зря я так. Зря. Ладно, возвращаемся. Шипы какие-то внизу, они мне не очень понравились, если честно. Что я заблудился, не могу понять, это тут было или не было. А это что такое? Что-то, ребят, честно, не понял, что произошло. Вроде туда, куда я хотел зайти, я так и не зашел, потому что так и не открыл. Так, боевая гидравлика. Ага, беговая. Левый shift, чтобы бежать. Угу. Понятно. Все ясно. Теперь давайте. Оп.
Так вот, побежали. Ну да, конечно, когда беговая гидравлика вот это есть, то оно попроще будет. Я вам так скажу. Так, гидравлика. Оп, оп, беги, беги, беги. Я, правда, не знаю, куда я бегу, но, наверное, так надо. А вот опять, вот эта местность мне уже похожая. Мне она уже похожая, ребят. Так, подождите, тут, наверное, надо... Так, разгон, короче. Наверное, сейчас возьмем разгон. И вот так вот, и вот так. Хорошо. Так, теперь что там? Да, вот тут вот эти стрелы были, я тут уже был. Точно вам говорю, я тут уже был. Вот это начало. Вот, тут эта штука, которую не мог пробежать. Хорошо. А дальше? Вот сюда. Наверное, я не знаю. Оп. Так, здесь надо тоже ускориться, походу. Тут шипы внизу. Есть такое дело. Так. О, великий путеводный свет, воссияй нам. Да, можешь греться в моем разрушительном сиянии. О, счастье нас ждет великое вознесение. В яблочко, ха-ха-ха-ха. Ух ты, что там происходит? Как мило, еще один паломник. Но я не готов все испариться. Пиу-пиу. Че, босс какой-то, да, походу? Как его, мочить его как-то надо. Получи, получи, падла. Ух ты, нифига себе. Он стал, я вижу, более агрессивный хлопец. Ой-ой-ой. Жизньку взять. Ага, когда он в таком состоянии, его, походу, можно бить. Когда он не в таком состоянии, то к нему дотрагиваешься, тебя бьет током. Я понял. Не попадешь, падла. Не попадешь. Теперь мой выход. Ай-яй-яй. Ну, это я тупанул. Это я тупанул, ребятки. Короче, я понял. Надо прятаться за, скажите мне, за блоком, который он не может прострелить. Вот, к примеру, за таким. Видите, он ничего мне не сделает, когда я здесь. Так сделает, а мы так хоп. Теперь разбираемся. Забираем жизньки. Ой, видите, не успел. Ничего. Пол хп мы ему снесли, и осталось еще половинку снести и труба ему. Есть, наш выход. А, блин. Пробую еще раз. Нет, опять я тупанул. Прячемся. Давайте, может, вот так вот. Зря я так сделал. Блин, падла, еще попал, вы представляете? Как же к нему добраться, блин, под глюки такой? Я знаю, можно сейчас попробовать забраться на самый верх. Блин. Хотел забраться на самый верх и потом оттуда на него спрыгнуть. А елки-палки, что ж ты будешь делать? Ладно, попробуем с другой стороны. Тут уже прятаться негде будет. Разве что вот так. Так. Тут падла еще два раза по мне попал. Так. Нет, никак не заберешься, блин. Только, блин, смог бы запрыгнуть. Ёлки-палки. Стреляй себе, стреляй, дурачок. Так. О, наконец-то. Ух ты, он разозлился. Блин. Ну, смотрите, он еще летать начал. Ну, это прям он не на шутку только что разозлился, ребятки.
Самое безопасное место, я так думаю. Да. Оп. Получил. Падла. На. Надо было его добить просто. Эй, чокнутый фанатик, я тебя сейчас освещу. Я же говорю, я не фанатик. Да ну, вы боты до меня все на одно лицо. Ты смахиваешь на спрайт Вектрона. Как так может быть? Мой друг раз уничтожил Вектрон, прежде чем сам пропал. Все, кто украл меня и подрубило сюда, чтобы поклоняться, хотели, чтобы я их испарила, вознесла. Хм. А я без амулета с этим не справлюсь. Что нам теперь делать? Ну, лично я собираюсь наверх в большой город. Говорят, там видели Расти. В город, говоришь? Ну ладно, раз ты так настаиваешь, придется пойти с тобой. Эй, ты что творишь? А ну прочь из моей топки. И что, плавать тут в тоске и одиночестве? У тебя в топке тепло и уютно, а подкалывать тебя очень весело. Хи-хи-хи. Ржа. Чего? Ржа тебе знаешь. У меня нет времени на это. Мне нужно выбираться отсюда. Хи-хи-хи. Кажется, тебе все-таки нужна моя помощь. Эта область уже просканирована, так что, полагаю, ты можешь воспользоваться моей картой. А теперь давай выбираться отсюда. Эй, ладно, пошли, что ли. О, теперь у меня есть карта. И вон есть, уже указывается выход. Куда мне, собственно, нужно идти? Это уже хорошо, так. Мне не нравится, что здесь надо бежать. Давайте так вот. Оп, пробежим. Вот так вот. Вот так вот. Ага, нам туда, да? Понятно. Давайте теперь пытаться туда добраться. Как бы нам это лучше сделать? Единственное, что разве что разогнаться. И вот так вот вверх, вверх, вверх. Оп. Теперь так вверх, 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 вверх. Ай-яй-яй-яй. Я понял. Оп. Войти или выйти в дверь. Западная пустыня. Вот значит, как оно наверху. Светло. Эй, а у тебя клевая карта. Можешь мне как-нибудь найти? И хотела бы, нашла бы. Ты мне напоминаешь светляков из папиных историй. Они были просто феноменально противные. Буду звать тебя Феномен. Фен для краткости. Я Дороти, можно Дот. Ну и ладно, полезу-ка я назад греться. Разбуди, как будет что-нибудь интересное. Ребятки, ну, дальше у нас надо попасть в Маккина, но мы это делать не будем. Это все-таки у нас геймплей, летсплей рубрика. 10 минут поиграли примерно, посмотрели. В общем, веселая игрушка, но надо, чтобы у вас руки росли не из жопы, для того, чтобы прыгать, скакать. Удобнее, наверное, будет играть на геймпаде, но у меня геймпада нету. Но мне, в принципе, понравилось. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч, с вами был Росси. Всем пока-пока.